На приобретении новой мебели 10 детским садам Фурмановского района в 2021 году были выделены средства на общую сумму 1 миллион 152 тысячи рублей. Были приобретены новые кровати, шкафы. В детском саду номер 8 приобретена еще и мебель для раздевальных комнат. В детском саду «Березка» созданы все условия для жизнеобеспечения и развития детей. Ведется систематическая работа по созданию предметно-пространственной среды. В группах оборудованы различные уголки для развития детей. Но значительная часть материально-технической базы детского сада требует постоянного внимания и обновления. Ежегодно мы стараемся пополнять материально-техническую базу, проводить текущие и косметические ремонты помещений в соответствии с финансированием. Так, в 2021 году мы обновили мебель в групповых помещениях, спальнях и приемных, заменили кроватки, детские шкафчики, игровое оборудование, а также шкафы для дидактических игр и пособий. И сейчас в нашем детском саду стало уютно, красиво, удобно и комфортно детям. Дошкольные образовательные учреждения готовят детей к будущему. Воспитание творчества, формирование навыков и личностных качеств через занятия и игры требует гармоничного, многоцелевого развивающего пространства и безопасной среды. Это обуславливает особые требования к мебели. Правильно выбрать ее крайне важно. Мебель соответствует гигиеническим правилам и стандартам, условиям эксплуатации и возрастным особенностям детей. Изготавливается из безопасных материалов, имеет прочную конструкцию, надежно закрепленные детали и фурнитуру, закругленные углы, чтобы исключить случайные травмы, выдерживает влажную обработку, воздействие бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Ключевое требование – это функциональность. Ребенок в дошкольном возрасте активно изучает окружающий мир. Творческая обстановка, яркие элементы приглашают к игре и самостоятельной деятельности, помогают развивать воображение и учиться социальному взаимодействию, побуждают мыслить. Теплые сочные оттенки красного, желтого, зеленого, оранжевого, синего стимулируют к активности. Дети дошкольного возраста развиваются всесторонне и гармоничнее, если могут постоянно использовать окружающее пространство в играх, творить, экспериментировать, исследовать. Как это ни банально звучит, но детский сад – это второй дом для детей. Ведь большую часть времени наши воспитанники проводят здесь. Хочется, чтобы дети, приходя в детский сад, чувствовали себя уютно и комфортно. А для этого необходимо прежде всего развивающее пространство. Так, в 2021 году мы смогли обновить игровые и спортивные уголки. В нескольких группах нашего детского сада была установлена мебель в спальнях, благодаря чему создана более уютная и комфортная для сна детей обстановка. И очень приятно осознавать, что мы имеем возможность обновлять и устанавливать на группах яркое, функциональное и современное оборудование для детских игр, занятий, соответствующие всем требованиям. Благодарим администрацию Фурмановского муниципального района за оказанную помощь в организации комфортной, современной образовательной среды в детских садах города.